正与邪在缠绕，血与泪承载着荣耀，剑已晃，不让江山动摇。爱恨之间，总消磨着万世尘缘，真邪之念就在一线之间，古今豪杰，三秋一生傲骨冷冽。回首看，一身红红烈。中暧昧，错与对中徘徊，亏与被隐藏着豪杰，与一笑洗尽铅华污秽。爱恨之间，总烙印着宿命誓言，真邪之念转眼灰飞烟灭，侠盗之间唯一不能轻易妥协。回首看，一生轰轰烈烈，一开始就已无路可退。Чем больше ты стараешься его усмирить, тем сильнее он будет мстить. Если можешь подавлять его, значит, твои боевые навыки значительно улучшаются. Если не сможешь устоять, все усилия будут тщетны. И в конце концов, ты станешь одержимым демоном. Откровенно говоря, я вернулся, чтобы передать клинок главе клана и выяснить про способ, с помощью которого можно извлечь камень из моего тела. Если все удастся, я уйду отсюда. Что? Ты хочешь уйти отсюда? Но почему? Честно говоря, за последние полгода произошло много событий. Все эти сражения в мире боевых искусств не для меня. Сейчас я просто не хочу быть тем, от кого все зависит. Я хочу жить свободно. И владеть желанным сокровищем. Но разве ты не сын шести звезд? Как камень алой души может быть извлечен из твоего тела? Лю Пао ведь уже много раз пытался это сделать. Как глава клана сможет найти решение? Теперь у нас есть клинок, поглощающий кровь. Возможно, это наша надежда на успех. Пока есть хоть малый шанс, я не сдамся. Это единственная надежда для меня и Юй. Ты хорошо над этим подумал. Если ничего не получится, что случится в итоге? Вот же, старейшина, хватит уже думать о плохом. Если бы это были вы и учитель, которая не могла бы быть с вами из-за камня алой души, разве вы были бы счастливы? Братец Дин, я очень надеюсь, что вы с сестрицей Юй состаритесь вместе. Хочешь ли ты остаться в Зуи или нет, это твой выбор. Если будет суждено, мы обязательно встретимся вновь. Оставим это судьбе. И обязательно получим такую возможность. Хватит уже. У каждого свои цели. Так как ты все уже решил, не буду тебя останавливать. Как только глава клана оставит уединение, я спрошу его об этом. Мы постараемся изъять из твоего тела камень. Спасибо, старейшина. Кстати, цел ли еще тот домик, в котором мы с Юй жили? Хотелось бы взглянуть. Дом в долине поглощенного зла цел. Можешь взглянуть.
真的很无奈。过去的承诺。Юй, я не позволю печальной истории твоих родителей повториться. Подожди. Скоро я вернусь к тебе. Ты все еще не сдалась? Если ты в самом деле можешь отпустить его и позволить ему уйти, то почему продолжаешь плакать? По пути сюда я продолжала натягивать фальшивую улыбку. Я сказала братцу Дину, что я в порядке, что у меня все хорошо. Но это не так. Я врала ему. Я совсем не хочу, чтобы он уходил. Это на самом деле очень больно. Любить кого-то. Я точно знаю, что человек не принадлежит мне. Но мое сердце... Мое сердце продолжает болеть. Девчушка. Любовь не может быть по принуждению. Насильно мил не будешь. Иногда, даже если упорно трудишься, можно не достичь результатов. Не грусти слишком сильно. Думаю, что я уже достаточно много сделала, но по сравнению с сестрицей Юй, не сделала ничего для него. Она даже бросила своего отца. Я бы не смогла этого сделать. В тот день, когда старший брат сбросил братца Дина со скалы, я даже не осмелилась пойти против приказа старшего брата и спасти его. Я чувствую, что несу тяжелое бремя. Надежда, что учитель возложила на меня. Безопасность горы Зу. Мир во всем мире. Все эти вещи. Я не имею права отказываться от них ради любви. Цин. В жизни человека всегда будет какой-либо выбор. Ты девочка с высокими целями, но при этом ты очень ответственная. Может быть, для меня и братца Дина вообще нет одного пути на двоих. Человек на протяжении всей жизни проходит путь через лишения. Страдания и трудности являются частью праведного пути. И даже если ты испытала это, не обязательно, что наступит облегчение. Если ты в состоянии увидеть это еще не значит, что ты в состоянии выдержать. Если в состоянии выдержать, не значит, что готова отпустить. Так это работает. Цин, дитя. Трудности — это несчастливая вещь. Но те, кто способен их выдержать, относятся к ним легко. Наша жизнь полна взлетов и падений. Освободись от горечи, боли и страданий, что заполняют твои дни. Им судьбой предназначено быть вместе. У тебя же своя судьба. Просто думай о нем, как о красивом воспоминании. В своей жизни. Цин. Отпусти и забудь. В послании Лю Пао сказано, что поглощающий кровь клинок принадлежит клану демонов. Динэнь украл его. Он велит, чтобы Динэнь и клинок, поглощающий кровь, были возвращены в долину. В ином случае, он нападет на гору Зу и будет сражаться до последнего. Это всего лишь провокация. Им просто нужно заполучить братца Дина. Чушь. Этот клинок был украден Лю Пао. И теперь он бессовестно использует его, чтобы угрожать клану Зу? Да он с ума сошел. Младший брат Уво,
Мы не должны отвечать на эту провокацию. Мы не можем выдать ему Динини. Воины Зу готовы сражаться с кланом демонов. Давайте успокоимся. Клан Зу занимает высокое положение среди праведных кланов. Наши действия — образец для подражания. С этими односторонними угрозами от клана демонов, если мы испугаемся, не станем ли мы посмешищем? Тем более в ситуации, когда глава клана должен восстанавливать печать. Если его сейчас потревожить, он может потерять контроль над энергией. Раньше глава клана наблюдал за всем, и это не было проблемой. Но если Лю Пао в самом деле станет пробиваться сюда... Динэнь, тебе следует забрать клинок и отступить. Он прав. Мы должны подумать о решении проблемы. Но мне интересны твои взгляды, младший брат. Я такой же, как и ты. Я не хочу, чтобы камень алой души и клинок, поглощающий кровь, попали в руки к Лю Пао. Ради всеобщей безопасности и до того, пока глава клана не покинет уединение, мы должны защитить клинок и Динэня. Сделаем это. Возьми клинок, поглощающий кровь, и оставь его в большом зале. Пусть ученики охраняют его. Не позволяйте никому к нему приблизиться. Но что насчет Динэня? Он ведь живой человек. Только не говори, что собираешься запереть его. Долина поглощенного зла — это самое надежное место. Там до него не доберутся. Это наилучшее решение. Динэнь, на несколько дней тебе придется подвергнуться лишениям. Братец Дин, разве это не похоже на добровольное заключение? Все имеет свои преимущества и недостатки. Динэнь, всеобщее благо важнее. Учитель, я вовсе не пренебрегаю всеобщим благом. Все эти действия Лю Пао могут означать лишь одно. Юй потерпела неудачу. Я беспокоюсь о ней. Раз дошло до такого, твоя безопасность сейчас намного важнее. Тебе придется испытать страдания. Что же касается Юй Синь... Я постараюсь присмотреть за ней. Я поступлю согласно вашему приказу. Братец Дин. Все в порядке. Меня просто не будет пару дней. Ты и старший брат, будьте осторожнее. Эту дверь можно открыть только снаружи секретным заклинанием. Обычный человек не сможет войти. Я скажу братьям, чтобы они охранили это место. Несколько дней тебе придется испытывать лишения. Вы сказали, что посторонние не смогут войти. Но ведь и я не могу выйти. Старейшина, вы хотите защититься от Лю Пао? Или же от меня? Ты слишком много надумываешь. Это лучший план, который мы можем придумать перед лицом опасности. Я и не представлял, что, вернув клинок, поглощающий кровь в Зу, создам столько проблем. Не говори так. В качестве своей цели Лю Пао выбрал именно тебя. Ты должен сохранить холодный рассудок. Не делай поспешных выводов. В ином случае, ты угодишь в хитроумную ловушку Лю Пао. Не волнуйтесь. Мне хорошо известны последствия. Мыслить в таком ключе по-настоящему здорово. Сейчас ты должен думать о всеобщем благе. Пусть трудности этого времени тебя закалят. Я пойду, нужно еще многое уладить. Меня просто не будет пару дней. Ты, старший брат, будьте осторожнее.
Цинъюнь. Динэнь передал тебе что-то перед своим уходом? Он дал мне нефритовый свисток. С его помощью можно незаметно связаться с сестрицей Юнь. Значит, я не единственная, кто считает это странным. Он тоже это почувствовал. Старший брат, ты имеешь в виду? У меня нет доказательств, но все произошедшее очень странно. Не понимаю, в чем проблема. По правде, я тоже считаю это странным. Но подумав об этом позже, старейшина Гун Сунь пошел на крайние меры. Но это шанс обеспечить безопасность для всех. Возможность связаться с госпожой Юй и узнать о действиях их клана – это благая весть. Я собираюсь на пик Небесных Врат. Подожди меня здесь. Я единственная, кому братец Дин теперь может доверять. Я не разочарую его. Генерал, все уже здесь. Отлично. Динэнь заключен в темнице, но он невредим. Я хочу знать о передвижениях в долине Ста Ветров. Надеюсь на скорый ответ. Вот уж не думал, что эта девка Джоу Циньюнь станет писать своей сопернице в любви. Очарование Динэня в самом деле безгранично. Только вот жаль, что после сегодняшней ночи Юй станет моей. Приветствуем, владыка. Все готово? Все уже здесь. Нужен только ваш приказ начать атаку. Ждать ли неожиданности? Не волнуйтесь, владыка, на горе Зу все спокойно. Думаю, неожиданностей не будет. Джуга Юо находится в уединении. Динэнь тоже был заперт. Это возможность для битвы. Подарок клана Зу для меня. Мне любопытно, когда вы планируете атаковать? В жизни человека. Какое самое уязвимое время? Когда ночь превращается в день. На рассвете. Тогда и проведем первую атаку. Приготовься. Нам нельзя ошибиться на горе Зу. Да, владыка. Кто-то должен охранять врата небесных мечей. Смена каждые 2 часа. Хорошенько отдохните, когда придет время. Пик небесных врат, горло и голос Зу. Не должно быть никаких неудач. Будьте все время начеку. Вы поняли? Да, старший брат. Старший брат. Старший брат. Приходится нелегко, младший брат. В неловкие времена лучше быть настороже. Какова ситуация? Младший брат Хацин по приказу старейшины Гунсуня приходил проверять заслон мечей. Ничего необычного. Приходил проверять заслон? Именно так, старший брат. Заклинание заслона было остановлено, затем повторно активировано, все в порядке. Раньше учитель проверял заслон каждые 10 дней. Но с тех пор, как вернулся Динэнь, старейшина Гунсунь опасается нападения демонов. Каждый день присылает младшего брата Хатина. И так уже почти 10 дней. Старший брат. Ну как, есть ли ответ? Я очень долго ждала, она так и не увидела почтового голубя. Старший брат, что-то случилось? Нечто важное может случиться сегодня. Младший брат Джан Си, оставляю врата на тебя. Будь осторожен, нельзя потерпеть неудачу. Не волнуйся, старший брат.
Синьюнь, возвращайся на закатный пик. Пусть старейшины Сяору и Цзиин усилят бдительность. Сообщи мне, если будут новости. Да. А что насчет тебя? Хочу проведать Динынь. Учитель, согласно вашему приказу, врата небесных мечей будут открыты на 1 час. Я уже пригласил нашего гостя. Если мои выводы верны, сегодня глава клана завершит свое уединение и полностью восстановит печать, потратив при этом очень много энергии. Я уже направил большое количество людей к печати взора, у них не возникнет сомнений. Скоро рассвет. В клане Зу все изменится. Юй, интересно, как у тебя дела? Раз Лю Пао собрался атаковать Зу, ты наверняка несчастна. Но что бы ни случилось, ты должна позаботиться о себе. Ничего страшного не должно случиться. Помни о нашем договоре. Дождись меня. Старший брат, почему ты пришел? Есть нечто, чего я не могу понять. Нам нужно поговорить. На самом деле, я тоже чувствую, что что-то не так. Заперев меня здесь, возможно, сейчас ведется подготовка к бою. Но что более странно, глава клана находится в уединении. Если... Похоже, у нас одинаковые подозрения. Некто все скрывает, чтобы малой крови получить контроль над Зу. Ты думаешь, что это... У нас нет доказательств. То, о чем я сейчас беспокоюсь, это безопасность клана. Как только начнется бой, и Лю Пао начнет атаковать, мы не сможем долго продержаться. Что планируешь делать? Стражи твоей темницы без сознания. Несколько часов они не очнутся. Воспользуемся этим, чтобы увидеться с главой. Как только он узнает, я верю, что он сможет во всем разобраться. Времени мало, идем. Похоже, придется извиниться перед братьями. С тех пор, как ты стал моим другом, ты больше не следуешь правилам. Необычные времена. Друзья на первом месте, а правила на втором. Глава! Я восстанавливаю печать взора. Сейчас самый критический момент. Вы должны помочь мне. Глава, учитель.
Когда вы двое вернулись? Учитель, разве вы не знаете о том, что произошло? Что стряслось? Приветствуем, старейшина! Заклятие злого духа? Старикашка, давно не виделись. Твои глаза все еще остры. Небесный князь Вугуй, тогда я позволил тебе уйти, но сейчас все будет по-другому. Покажись! Это еще не ясно, кто кому и что позволил. Приветствуем, старейшина. Старейшина, вы... Ты в порядке? В порядке? Зрянный. Настоящее имя или фальшивое? Когда небесный князь Вугуй в этом мире? Людишкам не дано мне противостоять. Стрела в конце полета. Не хватит сил, чтобы остановить меня. Бессмертные разных кланов, как и я, знают, как долго вы томились в клане Зу. Сегодня я подарю вам свободу. Хорошенько насладитесь рассветом человеческого мира. Пытался убедить Лю Пау. Не ожидал, что он настолько закостенел в своих убеждениях. Похоже, что наши обиды, как тысячелетняя глыба льда, которую нельзя растопить. Глава. Лю Пау заносчив. Наступит день, когда небеса покарают его. Но есть некоторые, кто оказывает ему здесь поддержку. Этого не должно быть. Я тоже беспокоюсь о людях на горе. Вы подозреваете его? Есть доказательства? Пока нет. Но произошло несколько событий, которые заставили подозревать старейшину Гунцуня. Я был занят печатью взора и не знал, что происходит снаружи. Но старейшина Гунцунь всегда был сдержан и заботился о всеобщем благе. Пусть это и крайние меры, но они вполне обоснованы и разумны. Если хотите обвинить его, вам нужны доказательства, иначе вы попросту растревожите чувства других. Да, учитель. Кстати, где клинок, поглощающий кровь? Старейшина Гунцунь запечатала его на заоблачном пике. Идем на заоблачный пик. Если кто-то осмелился жаждать этот клинок, я, Джуга Юво, никогда не позволю ему оставаться в клане Зу. Неужели я ошибся насчет старейшины Гунцуня? Даже если это не связано с клинком, Дин Ин Чен, отправляемся на пик Небесных Врат и все проверим. Учитель, смотрите. Это плохо. Пала печать долины поглощенного зла. Ее ведь охранял старейшина Мяуи. Возможно, он в опасности. Если я не ошибаюсь, то вскрытая печать — это первый шаг Лю Пау. Скоро клан демонов будет здесь.
Динынь, возьми клинок и вместе с Чаном отправляйтесь в долину. Помогите старейшине. После победы там поспешите ко мне на пик Небесных Врат. Да! Владыка, приказ, который вы мне отдали, выполнен. День, который я так ждал, наконец-то настал. Клан Зу так давно возведен на вершину. Настало время низвергнуть их с благочестивых небес. Пусть они познают то, что чувствуют живущие в аду. Слушайте мой приказ. Сегодня мы уничтожим клан Зу. Убейте всех! Есть! Наши дальнейшие действия тебе должны быть известны. Я понял. Люпао, гора Зу уже тысячи лет священное место. Тебе не пройти. Позовите Джуга его. Старейшина Гунцунь, вы пришли? Гунцунь его. Мы не видели друг друга много лет. Я здесь, чтобы встретиться со старым другом. Ваши ученики собираются остановить меня? Когда ты решил оставить клан Зу? Ты стал предателем! Ученики, слушайте меня! В атаку! Есть! Глава! Глава, как печать? Не волнуйся. Все под контролем. Глава, все случилось внезапно. Прошу простить меня. Оставь это. Важнее происходящее. Джуга его. Думал, что я не смогу найти тебя, если ты спрячешься на горе Зу? Младший брат, я думал, наша вражда уже в прошлом. Зачем ты заставляешь себя страдать? Вражда в прошлом? Это лишь твое мнение. Цзинво, о том, что случилось, я ведь тебе все ясно объяснил. Почему ты не можешь отступить? Я ведь хочу помочь тебе. Хорошо. Если ты хочешь помочь мне, отдай мне Динынь. Прости, но не могу. Цзянци, приготовьтесь к боевому построению. Есть, подожди. Цзинво, раз ты пришел сюда сегодня, давай разрешим все наши обиды. Наша судьба предрешена, и не будем вредить невинным. Пускай эта битва сегодня будет лишь только между нами. Ты в самом деле милостив. Раз ты так спешишь умереть... Облегчу тебе задачу. Клан Зу основал великий мастер более 1000 лет назад. Я, Джуга его, никогда не позволю злу проникнуть сюда. Никогда не думал, что ты сможешь овладеть этой техникой. Любопытно.
Давай-ка посмотрим, из чего еще состоит праведный путь. Старейшина Гунцунь, мы не можем позволить главе клана сражаться одному. Не тревожься. Глава клана просто дает нам шанс. Покажем другим ученикам всегда быть начеку. Майюань Лонг, Янынь, ты здесь, чтобы составить мне компанию? Я же говорил тебе, придет день, и ты станешь таким же, как я. Ему яда! Печать долины была уничтожена. Если позволим пойманным злым душам сбежать, мир обречен. Позволь, я разберусь с ними. Восстанови печать и помоги старейшине Мяуи. Но скорее. Старейшина, вы в порядке? Негодный мальчишка, ты наконец-то пришел. Если бы не ты, я бы не смог продержаться. Кто вас отравил? Это был небесный князь Вугуй. Он использовал учеников, охраняющих долину, и применил заклятие. Я угодил в его ловушку. Он разрушил более половины печати. Скорее, помоги мне. Это гонг с пика небесных врат. Похоже, Лю Пао действительно пошел войной на клан Зу. Для клана Зу ситуация не очень хорошая. Глава уже отправился на пик небесных врат. Вам нужно избавиться от яда. Слишком поздно. Печать долго не продержится. Нужно поторопиться. Все эти демоны и монстры, которые были заточены в долине поглощенного зла, сейчас слились в единую сущность. Она содержит в себе их силы, которыми они подпитывались, чтобы выжить. Это тысячи чудовищно разрушительных энергий. Почувствовав, что печать сломана, она пытается выбраться. Что будет, если мы позволим ей сбежать? Тогда не только клан Зу, но и весь мир будет обречен. Динынь. Я использую все силы, чтобы запечатать эту сущность. У меня не будет возможности защититься от мелких демонов. Я понял. Я защищу вас. Старший брат, ты как? Я в порядке, справлюсь. К бою. Старейшина Сяору,
Старейшина Мяуи все еще в долине. Гинэнь поспешил к нему на помощь. Если они объединят силы, то смогут восстановить печать. Цзинь, Циньюнь, объедините мечи для уничтожения демонов. Старшая сестра, ты... Циньюнь, действуем. Старшая сестра, Цзин! Сяо Бао! Это Сяо Бао! Цзин! Цзин! Сестра! Цзин! Снова звуки гонга. Три длинных удара. Соберите всех учеников, нужно спешить. Теперь, когда демоны пика Железного леса повержены, Чен, доставь Цзин в ее покое. Затем отправляйся на пик Небесных врат, чтобы помочь главе. Я пойду в долину поглощенного зла. Циньюнь, ты в порядке? Учитель, у меня достаточно сил для битвы. Мы полагаемся на вас. Хорошо. Мяуи, жди меня. Старейшина! Динэнь, энергия пурпурно-зеленого двойного меча уже иссякла. Мы почти сделали это. Что мне нужно сделать? Динэнь, я хочу, чтобы ты использовал силу камня Алой Души. Помоги мне восстановить печать. Нет, если я сделаю это, то вы... Все в порядке, я выдержу. Динэнь, сделай это. Динэнь, давай. Динэнь, сделай это. Быстрее! Sure.